Здравствуйте, друзья! С вами Азат, канал InDubai, и мы находимся с вами на GBR. Сегодня я сниму для вас несколько видео про автомобили, которые здесь ездят вечером. Здесь ездят вечером очень красивые и дорогие автомобили, и я не смог удержаться от соблазна и решил их снять для вас. И это место, где люди приходят выгуливать свои машины. Вот вы можете видеть, тут такая прогулочная улица для машин, Арбат автомобильный. И, как вы можете видеть, тут самые крутые тачки Дубая съезжаются сюда. В частности, Феррари, Порш, что еще там есть? Роллс-Ройсы, Бентли, Мерседесы. Все самые-самые крутые машины мы можем увидеть с вами здесь. Итак, вот проехал Феррари. Давайте посмотрим еще, какие машины мы здесь можем найти. Вот перед нами еще одна Феррари. Очень красивый цвет, темно-вишневый. Вот вы можете видеть, какие у нее крутые диски. И, кстати, мягкий верх. Это что-то типа кабриолета. Честно говоря, я вижу такую модель впервые. По-моему, это какая-то новая модель. Вот вы можете видеть желтое. Вот желтая Мазерати. А сейчас я нашел место, где тусуется Nissan GTR. GTR. Вот вы можете видеть, так он выглядит. И сразу прямо две машины рядом стоят. Впритык. Вот оранжевый Nissan GTR. И вот серебристый. Очень красивые машины. Наверное, очень быстрые. Вот такое чудо света здесь можно встретить тоже. Теперь вы можете увидеть Rolls-Royce. Вот, кстати, довольно-таки большая машина по размерам. И они здесь очень популярные, Rolls-Royce. То есть их здесь довольно много, и люди любят на них ездить. Вот мы подкараулили еще несколько крутых машин. Делать заниженную подвеску здесь очень популярно. Вот, к сожалению, столб мешает нам, но вот вы можете увидеть, насколько низкая подвеска у этой черной машины. Вот еще одна черная машина. Похоже, это Бентли какая-то. Да, скорее всего, это черная Бентли. И номер, кстати, у него тоже крутой какой-то. А теперь к нам приближается кабриолет Mercedes. С красным кожаным салоном. Кстати, здесь очень популярны пикапы. Вот вы видите, очередное чудо света. Едет перед нами такой симпатичный автомобильчик с заниженной подвеской. Вот еще один черный-черный пикап. Вот к нам приближается белый Мустанг с синей полоской. Он спрятался за столбом и выходит из-за столба. А вот теперь к нам приехал черный Мустанг. Вот водитель машет нам рукой и улыбается. Он очень доволен, что у него такая машина. Гелендваген в очень необычном цвете, ярко-синий, очень оригинально смотрится. Вот Toyota Land Cruiser, их тут очень много. Вот нам машет местный житель. А вот к нам в Дубай
забрел джип из Кувейта, как вы можете видеть по номерам. Машинка довольно старенькая, но ничего, доехала. Красный вот корвет, вот смотрите, вот так вот он выглядит, тоже с мягким верхом, нет, вроде не с мягким. Вот так, смотрите, у него открыт верх, и вот что там видно внутри. Все очень темно, водитель вышел. Сейчас нам откроют дверь и покажут. Вот кожаные сиденья, коробка, автомат, кстати, и спидометр вы можете видеть. Вот черный Porsche Panamera. А вот перед нами Bentley. Серебристый красавец. А вот перед вами кабриолет сделали из Land Rover. Откидывается лобовое стекло. Хозяин очень довольный, очень счастливый. Первый раз вижу такую машину. Все ему машут, все бибикают. Очень необычная машина. Вот такие вот необычные автомобили здесь. Их очень много. Каждый автомобиль уникален, просто невозможно все их снять, передать. Вот очень длинная антенна, очень-очень длинная, вот она уходит в небо. А вот бумажка, которую вы видите на лобовом стекле, это штраф за парковку в неположенном месте. Еще здесь есть черные хаммеры, естественно. Ну, хаммером уже вообще никого не удивишь. А вот так здесь делают занижение. Кстати, очень интересное покрытие автомобиля. Я не знаю, как оно называется, но вот непонятно даже. Типа под карбон. А вот еще одно чудо света из Дубая. Симпатичная желтая машинка. Nissan GTR. Белый Мазерати едет прямо на нас. А вот ретро. Ретро-автомобиль. Наша прогулка по GBR закончилась. Как вы увидели, здесь очень много классных автомобилей, которые представляют собой действительно произведение искусства. Оставайтесь с каналом In Dubai. Мы найдем для вас еще много интересных вещей и обязательно снимем для вас. Ну а теперь я с вами прощаюсь и приступаю к чашечке кофе. Подписывайтесь на канал In Dubai, смотрите наши видео каждый день, оставайтесь с нами, пишите ваши вопросы и пожелания в комментариях. Пока-пока!